собаки, да, на самом деле. Особенно, когда возле школ выгуливают, возле детских садов. Это очень сильно и для ребятишек опасно, да и для взрослых тоже. Собаки разные бывают. Вот. Но я думаю, это администрация должна какая-то мера предпринимать. То есть, когда я вижу, когда они гуляют, и я понимаю, что там они будут делать, конечно, мне это не нравится. Никакие меры, похоже, которые принимались, не действуют. Потому что даже с ребенком негде выйти, вот так погулять. Собака бегает без намордника, за ней никто не обращает внимания. А вы сами знаете, ребенку стоит 5 минут, и ребенок испугался. С платком гуляю. Но она маленькая, никого не кусает. Напрягает, но тем, что ребенок гуляет и обязательно встряпывается во что-то. И люди не считают даже, что это из ряда вон выходящее явление. Потому что вот выходит ребенок, хозяин собак, прямо во двор гулять, прямо в песочницу и так далее. Ну, это нужно следить за тем, где ты выгуливаешь собаку, убирать за ней, соответственно. Ну, и все нам будет в порядке, я думаю. А вы убираете за своей собакой? Да. Я даже не знаю. Разговаривать с ними бесполезно, это точно. Потому что это безобразие просто, что во дворах творится. Не, за собаками, за своими не убирают, хамят порой даже. Люди относятся безответственно в первую очередь к законодательству. Люди, особенно в России, очень сложно понимают ответственность. То, что они могут причинить вред детям маленьким, там, ну и взрослым людям, естественно. Только строгие меры помогут. Расстреливать всех вместе с собаками. Нет, шучу. Не знаю, как с ними бороться. Я люблю собак и кошек тоже. Поэтому... Не надо с ним бороться, они хорошие. Ну, я бы лично привлекал к уголовной ответственности. Это стрелять собак надо, и все. Я сам как собака. Забирайте у них собак и отдавайте хорошие руки. Самосознание человека должно быть. Если ему нравится ходить по улицам, где экскременты собачьи, и все это одно. Если не нравится, то от воспитания человека зависит. Вы знаете, вот у меня подруга живет в Штатах, и там практически те же самые законы, просто они соблюдаются. Я вообще-то сама являюсь собаководом, на самом деле. И, ну, честно говоря, власти для нас ничего не делают. И поэтому, мне кажется, эта ответственность лежит только на самом заводчике. Потому что ничего нет, и ты за своим животным ухаживаешь сам. И хотелось бы, чтобы и как бы, другие собаководы делали то же самое. В то же время мы наталкиваемся на агрессию.